Ну вот, Катюш. Считай, что все кончилось. О будущем. Без прошлого нет будущего. Тебя оставлю здесь, в хорошем пансионате, до завтра. И завтра заберу. И ничего не бойся. Самое страшное уже позади. Через 45 дней кончится Великая Отечественная война. Война, спасшая мир от гитлеризма. Война, которая отняла у советского народа 20 миллионов человеческих жизней. Это будет 9 мая 1945 года. Ноября 1945 года в Нюрнберге начнется первый в мировой истории процесс над военными преступниками. Основные пункты обвинения: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Но большинство соучастников Гитлера 22 ноября 1945 года
предстанут перед судом истории и получат заслуженный приговор. Смертная казнь через повешение. Четвертого июня на Красной площади в Москве состоится парад советских вооруженных сил в честь победы над фашистской Германией.